Всем привет! Сегодня у меня в продаже мини-фотоаппарат. Сохранился он в родной упаковочке. Потертая, потяганная. Называется он Киев-30. Такой малыш, черненький. Шпионский. Как он работает, я не знаю. Работоспособность тоже не знаю. Но если вот эту кнопочку нажимаешь, вроде как рабочий. Вот тут крутилочка, все крутится. Еще вот два колесика каких-то есть. Ремешок крепко держится. Ну а сюда надо смотреть. Так он разбирается. А здесь у нас отсек под пленку. Дверька открывается четко. Все закрывается, открывается. Серийный номер 818-26-27. Корпус с алюминия. Закрывается, открывается. Фотоаппарат Киев-30. Маленький шпионский фотоаппарат.